Всем привет, мои уважаемые зрители. У нас прогноз на вторую половину августа для знака зодиака Близнецы. Мы посмотрим сферу отношений, любви, работы, бизнеса, карьеры, финансов. Также получим от Таро совет или предупреждение, смотря какая карта будет. Ленорман нам покажет сюрприз или неожиданность. Да, и еще загадайте желание. Я по маятнику посмотрю, сбудется ваше желание или нет в эти 15 дней. Ну, не забывайте, это расклад общий. Поэтому все-таки смотрите спокойно. Это не ваш личный расклад. Близнецы, вторая половина августа. Что вас ожидает с 15 по 31? Что у вас будет происходить в начале этих 15 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого они есть, отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви, ваши перспективы. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что у вас будет происходить так, в конце этих 15 дней? Совет или предупреждение от Таро. Одни колоды туз мечей. Смотрите, туз мечей, совет, смерть и пятерка. Какая-то суета. Какая-то бесцельная маята. Вот что-то мы боремся с кем-то или с самим собой. Здесь вам нужно уже определиться, это раз, принять решение. Может быть, составить с кем-то разговор. Но еще, если какая-то суета была по поводу какого-то решения, то решение вам это придется принимать. И смерть говорит, что это решение приведет вас к переменам. Это может быть решение, новая работа. Для кого-то нужно будет решиться, например, на новые отношения, если вы давно одиноки. Также это подписание каких-то важных документов, получение документов, каких-то разрешений. Но в любом случае туз мечей говорит, что вам нужно будет ясность внести в какой-то вопрос в конце этих 15 дней. Тут больше какие-то документы придут, которые вы ждете. Да, может быть. Ну, мы еще посмотрим. Хорошо. Сюрприз, неожиданность, близнецы. Вторая половина августа. Что вам скажет Ленорман? Здесь Ленорман говорит, очень много будет беспокойства по поводу то ли направления развития, то ли какого-то пути, то ли получения каких-то известий. Также это может быть для того, чтобы что-то новое в вашу жизнь пришло. Вам карты говорят остановиться и составить план. Может быть, с кем-то посоветоваться, но не суетиться. Птицы – это трескотня, это суета. Вот эта вот пятерка, она будет вам мешать. Вы же воздушная масть, вы масть ума. То есть вам нужно действовать безэмоционально, что-то продумать, какой-то план. Но еще, может быть, конечно, это касается новых отношений для тех, кто в паре. Или вы здесь, для тех, кто в поиске. Или для тех, кто в паре, вы здесь что-то выбираете. Может быть, какое-то новое направление. Может быть, переезд. Может быть, вы здесь взвешиваетесь, обратиться к кому-то за помощью или нет. Ну, в начале этих 15 дней у вас ложится старший аркан Шут. Это какое-то новое начало. Но в то же время это ребенок. Может быть, это подготовка ребенка к школе. Да, это покупка вещей, нужных аксессуаров для нового учебного года. Это быть полностью поглощенным делами, интересами ребенка. У кого-то здесь может быть какая-то поездка, путешествие, может быть, переезд. Или здесь может быть у кого-то новая работа. Тройка. Но тут вот тройка ложится для тех, кто в поиске. И шут. Здесь работа может быть совсем
не та, на которую вы рассчитывали, или то, что вы уже знаете. Здесь будет что-то новое. Шут – это новая сфера деятельности, в которой вы еще не опытны. Может быть, карта показывает, что работа будет с испытательным сроком, или вам нужно будет там обучаться. А может быть, вот как я сказала, испытательный срок, да, может быть, будут проверять вот ваши способности, что вы умеете по тройке. Может быть, пройти какие-то тесты, отбор какой-то, чтобы эту работу получить. То есть вам здесь нужно будет постараться. Но еще шут иногда говорит, что вот надо прыгнуть во что-то новое, рискнуть, чтобы ваша жизнь улучшилась. И в совет вам ложится карта смерти. Она говорит, убирайте все лишнее, готовьтесь к переменам. Самое главное, им не сопротивляйтесь, иначе будет больно. Наша жизнь должна меняться, иначе она просто превратится в болото. Может быть, для кого-то здесь совет говорит, да, нужно куда-то уезжать. Это может быть и по работе связано, вообще переезжать, может быть, жить, вот направление выбирать по компасу. Может быть, вы тут в паре, вот для тех, кто в отношениях, может быть, вы вместе здесь решаете какой-то вопрос. Но опять вот всадник – это что-то новое. Тут самое главное, вот все карты вам говорят, и шут, и всадник говорят, действуйте просто решительно, вот рискните. Иногда это когда уже вот мы стоим на обрыве, и нам уже и терять нечего. Человек всегда ищет там, где лучше. Ну, давайте мы посмотрим, для тех, кто в отношениях или в браке, двойка пентаклей. Это, во-первых, хорошо проводить время. Может быть, кто-то сейчас в августе, в конце августа в отпуск уехал. Где-то отдыхаете, развлекаетесь. Также это может быть выбор. Выбираете. А что вы выбираете? Вот по компасу это может быть направление. Это может быть пункт назначения. Но вот все равно вам карта говорит, не действуйте вот слепо. Все равно вот продумайте план, стратегию, как вы хотите добиться желаемого. Но еще двойка может говорить о какой-то покупке. Тут вы будете взвешивать, может быть, свои возможности. Может быть, купить что-то подешевле, но похуже или подороже, но получше. Все-таки с деньгами здесь, конечно, девятка мечей, здесь какие-то страхи, переживания, чувство вины. Да, может быть, все-таки карта говорит, если что-то вы здесь покупаете, продумайте как следует, чтобы потом не переживать. Ну, давайте мы тройку уточним. Покупка какая-то, может быть, даже машины. Или, может быть, участок земли. Выбираете, взвешиваете. Может быть, какой-то недостроенный дом или квартира без отделки. То есть это что-то, во что еще придется вкладываться. Может быть, финансы говорят, что вы переживаете, что вам не хватает на что-то очень хорошее. Но какой-то вот в конце 15 дней то ли вы договор получите, то ли вот кто-то вам поможет, это ясность несет. Вот могут прийти какие-то переводы, деньги. Может, кто-то вам... Восьмерка, девятка, да. Может быть, кто-то вам поможет осуществить вашу мечту. Шут тогда может говорить о переезде на новое место. Но еще это может быть уехать куда-то с целью заработать. Это может быть переезд в другой город, в другую страну. Может быть, вы найдете хорошую работу или там есть хорошие перспективы. Кто-то из тех, кто в отношениях, может быть, хорошо проводите время с представителем земной стихии. Это очень хорошие такие отношения, стабильные, спокойные. Да, иногда вот рыцарь мечей уж чересчур он такой ожидаемый. То есть знаешь, что от него ждать. Может быть, даже бывает с ним скучно, но он очень надежный. Может быть, вы здесь примете какое-то решение, например, пожениться, но будете взвешивать свои возможности. Да, может быть, хочется хорошую свадьбу, платье, куда-то поехать. И это взвешивать, да, получится, не получится, но с хорошим там торжество провести. Так, хорошо. Ну, а для тех, кто в поиске любви, да, здесь ложится туз кубков. Туз кубков – это любовь, это чувство, это влюбленность, когда вот эмоции у нас зашкаливают. Я все равно его уточню, потому что влюбиться вы влюбитесь. Но будет ли ответ? Давайте посмотрим. Почему-то мне засомневалось, да, повешенный. Здесь может быть любовный треугольник. Может быть, человек не свободен. Почему пятерка легла? Может быть, придется бороться за свою любовь. Колесо фортуны. Здесь еще может быть, что я сказала первый раз, если вы давно одиноки,
Здесь, может быть, именно вам нужно будет, да, вам не видно, здесь, может быть, именно вам нужно будет решиться на новые отношения. Выйти из повешенного – это жертва. Ну, жертвенность у нас почему происходит? Или нас бросают, или человека не стало, ну, или какие-то еще обстоятельства. Может, вы до этого участвовали в любовных треугольниках. Ну, колесо фортуны говорит о том, что ваша жизнь сейчас кардинально поменяется. Но вы должны быть к этому готовы. Пятерка-то может говорить, это вы будете бороться с самим собой, вступать, не вступать в эти отношения. Хорошо. Работа, карьера, бизнес, у кого она есть. Ну, здесь старший аркан умеренности. Здесь особо перемен никаких не будет. Все так, как есть. Здесь не будет никаких неожиданностей. Все будет очень спокойно. Единственное, что, может быть, карта вам советует сейчас не очень увлекаться работой, а все-таки соблюдать вот этот баланс. Работа-отдых. Работа-отдых. Высыпаться, но обратить внимание на свое здоровье. Если вы сейчас продумываете, может быть, какие-то новые предприятия, то вот опять карта говорит, не торопитесь, не суетитесь, все тщательно продумайте, составьте план, как вы хотите реализовать. Может быть, еще помощь от кого-то будет, но в то же время, если вам кто-то будет давать какие-то советы, может быть, кто-то будет даже пытаться взять контроль над вами, вот как бы руководить. Здесь карта говорит, не разрешайте никому вмешиваться, тем более, если это что-то ваше. Вы можете прислушаться к совету, но делайте все равно так, как нужно вам. Ну и, конечно, карта говорит и это говорит. Слушайте свою интуицию, свой внутренний голос. Ну, а так все будет очень даже спокойно на работе. Здесь у нас вот смерть и умеренность. А может быть, у кого-то сейчас была смена работы, или, может быть, вы сдали какой-то проект, и сейчас, может быть, просто отдыхаете. То есть работайте как-то, может быть, не напряжно, а вот именно продумывайте что-то новое. Потому что смерть, да, это когда мы вот что-то заканчиваем, потом наводим порядок, убираем все лишнее, да, и вот у нас период то ли ожидания, то ли концентрации, нам нужно что-то продумать. Или кто-то здесь, может быть, поменял работу или получил новую должность, и сейчас вам очень комфортно. Ну, для тех, кто в поиске работы, я сказала, здесь, может быть, нужно будет пройти какое-то тестирование, показать, на что вы способны, постараться, чтобы вас приняли. Есть шанс получить работу. Но вот пятерка опять говорит, что, может быть, еще будут претенденты или конкуренты. Есть шанс у вас победить, но придется постараться. Девятка мечей, но финансы, да, здесь какие-то страхи, переживания. Ну, иногда я говорю, это может быть чувство вины, что чересчур потратились. Также это может быть страх, а вдруг я потеряю работу, а вдруг я заболею. Но это только ваши мысли. Еще иногда девятка может говорить, что вот я говорю, у кого-то здесь может быть какая-то новая работа. Да, она вам нравится, но вы еще боитесь не справиться. То есть еще мало опыта. И поэтому вы переживаете, что вдруг вы кого-то подведете или что-то сделаете не так. Давайте вам совет посмотрим по деньгам. Ну, здесь помощь от кого-то, это раз. Во-вторых, карта говорит, контролируйте свои эмоции. Это только ваши мысли, которые будут ваши эмоции, и вы начинаете переживать, и страхи вас обуревают. Ну, еще здесь, может быть, если не хватает финансов на какую-то покупку, например, здесь помощь будет от короля кубков. Ну, как правило, это человек, который хорошо к вам относится. Это может быть ваш супруг, возлюбленный, отец, брат. Может быть, для мужчины какой-то друг. Ну, скорее всего, близкий. Или, может быть, для кого-то это взрослый сын. Здесь помощь будет. Обращайтесь. Если кто-то болел, переживание, что, может быть, денег надо много. Здесь карта говорит, найдете врача хорошего или ищите врача хорошего, который поможет вам выздороветь. Но это не хирург. Это или
народный целитель или это терапевт. Поэтому на чью-то помощь вы можете рассчитывать, если у вас тяжелое финансовое положение. В конце августа здесь какая-то борьба. Ну, иногда она говорит просто о нашей суете. Вот что-то мы бегаем, что-то суетимся, из-за чего-то переживаем, а все это пустое. У кого-то, может быть, какие-то, да, конкурсы, там, отборы, соревнования. Здесь вам нужно будет постараться. Есть шанс вот, выделиться на фоне ваших конкурентов. Кто-то будет, может быть, бороться с самим собой, чтобы вступить в новые отношения. Еще пятерка жезлов может говорить, что в конце августа у вас какие-то споры могут, какие-то дискуссии, споры. Ну, может быть, решать будете вопрос какой-то. Ну, нужно будет вам вот с кем-то посражаться, доказать свою точку зрения, чтобы к вам прислушались. Это может быть и на работе, и дома. Ну, а как совет или предупреждение, старший аркан смерть. Я уже как бы сказала, что карта говорит, освобождайтесь от того, что вам больше не нужно. Заканчивайте, может быть, какие-то дела, работу, отношения, вот то, что гири висит на ваших ногах. Но также карта говорит, если вы здесь хотите перемен и что-то новое начинаете, то вот все-таки как более-менее умеренно и составьте план. То есть продумайте, как вы это реализуете. И, может быть, даже с кем-то посоветуйтесь. Ну, а еще смерть говорит, если вас настигают в эти 15 дней перемены, то не сопротивляйтесь им. Да, наша жизнь должна меняться. Хорошо, давайте еще посмотрим для вас совет от оракула Королевы Луны. Близнецы, вторая половина августа. И про желание не забудьте. Загадайте сейчас желание на эти 15 дней. Мы посмотрим по маятнику, сбудется оно или нет. Так, близнецы, совет от королевы Луны. Траст. Траст – это доверие. Карты советуют вам, во-первых, развивать уверенность в себе. Доверяйте своему внутреннему голосу, что вам подсказывает сердце. И опять вот карта говорит, начинайте планировать ваше будущее. Вот по компасу. Выберите направление, выберите цель, наметьте, куда вы хотите двигаться. Ну, это может касаться любой сферы вашей жизни. И простройте план. Вы можете сейчас рассчитывать на свои возможности. Ну, давайте посмотрим маятник. Сбудется ли желание у близнецов в эти 15 дней? Если маятник будет качаться от меня туда, значит, ваше желание исполнится. Если право-лево, значит, нет. Но, опять же, относитесь к этому спокойно. Это общий расклад, это не ваш индивидуальный. Сбудется ли желание близнецов в эти 15 дней? Скажи нам, пожалуйста, маятник. Да, желание ваше исполнится, но не без труда. Тяжело он раскачивался и как-то сначала сомневался, но все-таки он показал, что да, желание ваше исполнится. Вам придется потрудиться. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.